Всем привет, с вами Давилыч. Сегодня на обзоре внешний жесткий диск от компании Silicon Power Diamond D30 объемом 2 терабайта. Кстати, данный внешний жесткий диск можно купить по хорошей привлекательной цене. Ссылочку оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать. Да, несмотря на то, что канал все-таки больше про SSD-накопители, конечно же, нельзя не задеть тему внешних жестких дисков, потому что они до сих пор существуют, до сих пор интересны пользователям, ну и в первую очередь тем, кому там не сильно важны скорости, кому важен объем и важна цена. Конечно же, цена чем ниже, тем лучше, и жесткие диски в этом плане у SSD, конечно же, выигрывают. Во внешних жестких дисках все точно так же, и они дешевле, чем внешние SSD. Но наличие жесткого диска внутри, конечно же, накладывает и ограничения. Все-таки нужно относиться, использовать его аккуратно и ни в коем случае не ронять во включенном состоянии. Ну и выключенном тоже. Серия Diamond Silicon Power — это вот такой вот у нас интересный дизайн, который защищен от царапин на большей своей части, но глянцевые все равно у нас боковые ребра и немножечко вот здесь вот сверху. Из особенностей — это у нас вот такая вот задвижка, которая закрывает верхний разъем, единственный разъем для подключения micro USB 3.0. Ну и, конечно же, толщина. Здесь у нас 10,4 мм, очень тонкий, очень компактный и очень удобный. У накопителя заявлено 3 года гарантия, вот какие-то там скорости на внешних жестких дисках, как правило, никто не заявляет, так что давайте подключать нашего героя и переходить к тестам. Ну что, давайте подключать наш внешний жесткий диск Silicon Power Diamond D30 объем 2 терабайта. Отодвигаем удобную задвижку. Тут спору нет. Придумано классно. И остается только нам подключить. Отлично. Загорелся синий индикатор. И ждем, когда у нас появится наш жесткий диск. Итак, у нас здесь есть уже файлы, активация гарантии, ссылка на сайт. Ну, есть у нас здесь инструкция по работе. В принципе, тоже ничего необычного, ничего нам нужного в данный момент нет. Смотрим на файловую систему. Это у нас NTFS, 1,81 чистых терабайт. Супер. Ну и давайте переходить к тестам. Запускаем Crystal Disk Info, смотрим, что у нас здесь. 25 градусов, 5400, жесткий диск внутри. ST2000 LM007, это у нас Seagate стоит внутри, жесткий диск. 3 включения, 0 часов работы, общее время. Smart параметров тут достаточное количество, поэтому давайте на всякий случай запустим CPU-D Hardware Monitor для контроля за температурой жесткого диска, который находится внутри. Вот так вот. И первый тест. Так. Так. А давайте-ка мы не будем делать тесты в таком режиме. Давайте сейчас сразу же его разметим, потому что нам надо понимать, какая скорость у нас будет на внешнем радиусе и на внутреннем радиусе нашего жесткого диска. Так, вот он, наш накопитель E. Удаляем том, который у нас здесь есть. Так, и давайте создадим простой том на 1600, да давайте 1700 мы с вами сделаем. Отлично, ждем форматирования. 200 гигабайт у нас остается, и мы создаем второй том. Все, отлично, E и H у нас тома созданы. Почему создан второй том в самом конце? Потому что здесь у нас самый маленький радиус у жесткого диска внутреннего. И, соответственно, скорость там у нас будет ниже, чем в самом начале на диске E. Ну и Crystal Disk Mark в первую очередь запускаем тест на внешнем радиусе. Ну а пока у нас идут тесты, перейдем на официальную страничку нашего жесткого диска внешнего. Silicon Power Diamond D30. Можно, конечно же, посмотреть в разных ракурсах. Все красиво, все супер. Так, листаем. Это стильный блокнот или современный накопитель для хранения данных? Ну, конечно же, современный накопитель. Суди книгу по обложке. Особая текстура поверхности, именно поэтому и Diamond. Есть разные толщины. 1-2 терабайт у нас бывает толщиной 10,4 мм. На 4-5 терабайт у нас 21,1 мм.
Сколько места осталось на вашей книжной полке? Сумке, сколько нужно для хранения файлов? Да, до 5 терабайт у нас бывает серия Diamond и технические характеристики, бла-бла-бла. Смотрим. Есть у нас поддержка всех современных разъемов, USB 3.2, Gen 1, конечно же, и так далее, 3.0, 2.0. Скорость у нас здесь не указана, 3 года гарантии. Что ж, будем тестировать, будем проверять. Тест у нас завершены, получили 138 мегабайт в секунду на чтение, 137 мегабайт на запись. Для внешнего жесткого диска отличный результат. Что касается случайных 4К, то это, конечно же, не конек жестких дисков. Но давайте теперь посмотрим, какие скорости у нас будут на внутреннем радиусе на накопителе H. Но на внутреннем радиусе ожидаемая скорость снижается, и снижается она почти в 2 раза. Здесь ничего необычного нету, так на всех жестких дисках. А SSD бенчмарк запускать нет никакого смысла, просто устанем ждать из-за низкой скорости на случайном 4К. Поэтому запускаем тесты в ATO Disk Benchmark на каждом из разделов. И здесь у нас все примерно то же самое. Да, у нас скорости... Максимальные скорости у нас упираются как раз в пропускную способность жесткого диска, точнее во внешний и внутренний радиус, ну по скоростям претензий тоже нет. Далее давайте посмотрим Adja Video Systems, что нам сможет показать на накопителе E, и смотрим, что будет на накопителе H. Здесь у нас все ожидаемо, а тест 3D Mark запущу только на внешнем радиусе, чтобы увидеть максимум. Ну а на тесте дисковой памяти набираем 101 балл. Что ж, сворачиваем все наши синтетические тесты. Могу показать вам операции ввода-вывода, которые мы с вами получили. Так, закрыл я случайно тесты на внутреннем радиусе, но это нам сейчас не важно, потому что мы переходим с вами к тесту на реальную скорость записи. Для начала мы скопируем папку объемом 100 гигабайт на диск E, это внешний радиус внутреннего жесткого диска. Смотрим, 120 реальных мегабайт в секунду, отличный результат. Также у нас скорость поднимается до 130 мегабайт в секунду, ждем, что будет в конце. Ну и в конце записи папки объем 100 гигабайт на внешнем радиусе у нас скорость все так же 130, 120, 115 мегабайт в секунду. Результат хороший. Ждем завершения записи и точно так же, точно ту же папку объемом 100 гигабайт будем копировать на наш диск H. Это у нас внутренний радиус. Смотрим, что по скорости 70 мегабайт в секунду, что подтверждается тестами. Так, опускается до 60 и 66. В общем, давайте подождем до конца. Ну и в конце записи этой папки скорости у нас все так же скачут 50-60 мегабайт в секунду. Что ж, здесь ничего необычного. Это внешний жесткий диск с обычным 2,5 дюймов жестким диском внутри. Поэтому снижение скорости от начала заполнения к концу, оно здесь, конечно же, есть. Сейчас ждем завершения записи этой папки и давайте подводить итоги. Тесты сделаны, результаты получены, ничего особенного, ничего сверхъестественного мы с вами не увидели, потому что по скорости внешние жесткие диски зависят напрямую от жесткого диска, который находится внутри. Внутри у нас жесткий диск от Seagate, это 5400, 2,5 дюйма жесткий диск, ну и соответственно мы с вами, грубо говоря, упираемся там в 150 мегабайт в секунду на линейном чтении записи, а по факту получаем 120 реальных мегабайт в секунду на записи на внешнем радиусе диска и 60 мегабайт в секунду записи на внутреннем. Я не стал запускать долгий тест AIDA64 либо Victoria, потому что что мы там увидим? Мы там увидим тот же самый график с максимальной точкой в самом начале, ну и соответственно с минимальной в самом конце. Деление жесткого диска на логические диски все нам позволило увидеть и без этих длительных тестов. В целом жесткий диск очень интересный в плане своего дизайна, компактности и защиты разъема. У нас здесь защита IPX4, это защита от брызг. Да, действительно, когда мы закрываем наш разъем вот этой вот защелкой, никакие брызги туда не попадут.
ронять в воду, конечно же, этот жесткий диск не стоит. Ну, а у Silicon Power есть жесткие диски с защитой от влаги. Уже был у меня на канале такой, поэтому можете посмотреть. Совсем недавно, кстати, месяц, может быть, назад. Поэтому, кому нужен компактный, но все-таки недорогой внешний жесткий диск, то смело можете обращать внимание на серию Diamond D30 от Silicon Power. На этом у меня все. Ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте. Не забываем про сайт ProSSD. Увидимся на новых обзорах. И все, кто хочет сказать спасибо автору канала, может купить фирменный значок ProSSD. Ссылочку на Авито оставлю под этим видео. Его можно либо купить, либо выиграть в сборах на SSD-накопители в группе ВКонтакте. Пока-пока! Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот внешний жесткий диск, тоненький жесткий диск, ссылочку оставлю под этим видео, переходите, смотрите, сравнивайте и смело можете покупать.